За подвиг и героизм, проявленные при выполнении специальной военной операции, указом президента Российской Федерации ефрейтор Сафронов Артем Евгеньевич награжден орденом мужества. Позвольте мне по поручению командования Министерства обороны, Евгений Евгеньевич, вручить вам орден мужества. Орден мужества из рук заместителя военного комиссара по Самарской области Сергея Чумакова получает отец ефрейтора. Во время выполнения спецоперации на Украине герой Российской Федерации Артем Сафронов погиб, спасая других. Ефрейтор Сафронов, как и наши деды 80 лет назад, встали на защиту, на борьбу поднялись с фашизмом и тем нацизмом, корни которого распространились на Украине. Они защищают стариков, детей, мирное население и нас с вами. Проститься с героем пришли близкие, друзья, представители общественности, региональной и муниципальной власти. Соболезнования родным направил губернатор Дмитрий Азаров. 28-летний ефрейтор Артем Сафронов служил по контракту в 1182-м гвардейском артиллерийском новгородском краснознаменном полку ВДВ. Сослуживцы рассказывают, что он был очень добрым и честным человеком, любил родину и в любую минуту готов был прийти на помощь. До последнего следовал военной присяге. Несколько лет назад вместе с семьей Артем переехал из Тюмени в Самару. Здесь у него остались отец, мать и бабушка. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Прощание с молодым ефрейтором прошло в Доме культуры «Нефтяник» Куйбышевского района. Артема Сафронова похоронили на Остромиловском кладбище в поселке Подстепновка Волжского района Самарской области. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.